Очень повезло, потому что, придя в Большой театр, я попал в руки таких мастеров, как Николай Романович Симачев, как Николай Борисович Фадеичев, в прошлом блистательные танцовщики и невероятно успешные педагоги-репетиторы. И я прекрасно помню балет «Сильфида», который впервые был сделан на сцене Большого театра. Мы никогда не сталкивались с мелкой техникой. Приходилось делать огромное количество релеве для того, чтобы стопа стала более крепкой и более выносливой. Я прекрасно помню, как Марина Тимофеевна Семенова, которая пришла впервые на эту репетицию, она так очень серьезно смотрела и говорила своим девочкам: смотри, говорит, ему тяжело, но, по-моему, ему это нравится. Я очень хорошо это запомнил. Такие спектакли остаются в памяти на всю жизнь.